люди всего мира, где бы вы ни находились, я знаю, что вам сейчас нелегко. Я уже старик и живу давно, но живу я с оптимизмом. И сейчас я хочу обратиться ко всем отчаявшимся людям, кто бы вы ни были. Пожалуйста, поверьте мне. Я как-то читал, точно уже не помню где, то ли в Ветхом Завете, или это был Карлос Кастанеда, про одного шамана. Была сильная засуха, умирал скот, умирали люди, умирало все. И тогда шаман сказал: «Делайте рвы, ройте рвы для дождя». Но ведь нет дождя, ройте рвы, и дождь придет. Неверующие будут говорить, что это глупость. Вы можете верить во что вы хотите. Это рациональное мышление. Но мне сложно поверить, что сейчас рациональное мышление работает. Нужно именно иррациональное мышление, подсознание. Когда я был еще маленьким ребенком, я всегда мечтал быть тем, кем являюсь сейчас. Может, это было видение, я не знаю. Я не сильно на это надеялся, но то, о чем я мечтал, произошло со мной. И теперь я верю, что мы можем сгущать время и притягивать его к себе. Все эти мечты о будущем, о, я сделаю что-то в следующем году. Всего этого не существует. Как не существует и завтрашнего дня. Как не существует следующего часа. Это лишь возможность. Но мы можем перетянуть время в настоящее. Прямо сейчас. Прямо в солнечное сплетение. Прямо в нашу душу. Ройте рвы. И что бы вы ни задумали сделать, всегда верьте в это. Если вы не верите, то просто притворитесь, что верите. Действуйте так, как будто вы верите. Это и есть сила. В этом абсолютная сила. И тогда все получится. Верьте мне, верьте старому дураку. Если получилось у меня, получится и у вас. Никогда не сдавайтесь. Верьте, верьте и еще раз верьте. Агностик вы или атеист, неважно. Верьте, верьте и еще раз верьте.